вами хотим добиться чего-то значимого. Во всяком случае, люди в этом зале так точно. Ставим перед собой профессиональные и личные цели. Пишем новогодние клятвы. И в конце концов начинаем новую жизнь с понедельника. Знакомо? Каждый год люди ставят перед собой множество новых целей. Появляется мотивация. Однако далеко не всегда мы доводим дело до конца и добиваемся желаемых результатов. Я Седа Джантуханова, эндоскопический хирург, старший научный сотрудник Национального центра хирургии имени Вишневского. И все пункты, перечисленные на этом слайде, все они были когда-то моими большими целями. Поэтому за свой карьерный путь я регулярно сталкивалась с мотивацией для того, чтобы добиться желаемых результатов. И сегодня я ментор, наставник и человек, который мотивирует других людей на достижение больших целей. Каждый день я получаю множество сообщений от разных людей, многие из которых объединяет одно слово, и это слово — мотивация. Фактически не было ни дня, чтобы меня не спросили про мотивацию. И если мы обратимся к поисковику Яндекс, то мы увидим, что 817 тысяч человек в месяц набирают фразы, начинающиеся со слова «мотивация», в то время как всего 72 тысячи пытаются найти, как достичь целей. Почему так происходит? Почему так много людей буквально гонятся за мотивацией? Ответ прост. Да потому что если мы мотивированы, то мы энергичны, настойчивы, адаптивны. Мы устремлены к определенной цели, и самое главное, мы привержены этой цели. И зная эту историю об энергии и настойчивости, люди в повседневной жизни думают, что мотивация — это сила. По факту так и есть. Но здесь есть одна небольшая загвоздка. Мотивация присутствует в нашей жизни не всегда. И мало кто задумывается, что на самом деле мотивация — это только то, что помогает нам начать. А вот привычка — это то, что помогает нам продолжить. Вторая проблема в том, что мало у кого есть эти хорошие привычки. Даже несмотря на самые высокие и благие цели. Вспомните, как вы начинали чем-то заниматься. Как рос интерес и навыки. Появлялась мотивация. А теперь вспомните, как и при каких обстоятельствах мотивация постепенно начинала уходить, и вернулись ли вы в итоге к этому занятию. Сегодня я покажу вам, почему мы не достигаем некоторых целей. И я уверена, что каждый из вас сможет найти себя и понять, как ему действовать дальше. А для этого мы разберем, как устроены циклы мотивации, их основные особенности, ошибки, которые можно совершить в каждом периоде, и самое главное, что с ними можно сделать. Все мы с вами знаем, что в достижении любых целей мы проходим путь из точки А в точку Б, который многие представляют себе как некую прямую линию. А в реальной жизни это выглядит обычно вот так, как некая кривая. Но мало кто знает, что на самом деле эта кривая — это цикличная система, в которой по мере достижения цели меняются циклы мотивации. Причем самое интересное, что эта цикличная система применима абсолютно к любым целям. И я вам сегодня это продемонстрирую. На примере трех моих целей. И я намеренно выбрала в качестве примера для вас три мои абсолютно разные цели. И первое — это сдача экзамена USMLE. Я думаю, что многим в этом зале это знакомо. Кто-то, может быть, сейчас готовится к этим экзаменам или планирует их сдавать. Есть такие? Тогда вам будет это очень интересно и полезно. Второе — это создание онлайн-образовательной платформы экспертной эндоскопии и эндохирургии. Есть в зале люди, которые занимаются образовательными проектами, я уверена. Я с вами. И третье — это самая популярная цель в мире. Это цель похудеть. В моем случае это снижение веса после родов, что актуально, в принципе, для третьей где-то этой аудитории. Ну а если убрать последние два слова, будет актуально абсолютно для всех. И если первая цель мной уже достигнута, то вторая и третья еще находятся в процессе реализации. И вот где они находятся, в каких периодах в этой цикличной системе. Давайте посмотрим, что это за периоды. И первый период так и называется — мотивация. Собственно, это первый период, который мы проходим в достижении абсолютно любой цели. Да потому что если бы у нас не было мотивации, мы бы вообще ничего не начинали делать. Давайте посмотрим, что происходит в этот период. И сразу вспоминайте себя. В этом периоде мы заряжены идеей и с головой окунаемся в процесс. Мы с жадностью поглощаем любую информацию по этой теме. Причем самое интересное, что эта информация начинает как будто всплывать, как какие-то знаки перед нами. А замечали такой эффект? А на самом деле мы просто начинаем замечать то, что нас интересует сейчас. Мы готовы заниматься своей целью рано утром, до работы, поздно вечером, после нее даже выходные.
И на самом деле это очень благодатное время, потому что именно в этот период нас не расстраивает статус новичка, и в этом, что в этом занятии мы еще ничего не умеем и не знаем. И в этот период мы крайне продуктивны и максимально получаем удовольствие от самого процесса. Собственно, вот так выглядит человек. И вот такие именно чувства у меня были в период мотивации, когда я впервые поехала в Америку для подготовки и сдачи к первому степу USMLE. Это 2012 год. Здесь абсолютно зеленый человек, статус новичка. В периоде мотивации мы наиболее устойчивы к внешним влияниям. Потому что нас не пугают сложные условия, дефицит времени на отдых, возможный недосып. И на этой стадии нами движет внутренняя мотивация, так называемая внутренняя сила, которая побуждает нас к действию. Я бы даже сказала, это опора или внутренний стержень, не зависящий от внешних обстоятельств. А про внешнюю мотивацию мы поговорим чуть позже. Но и в этом периоде возможны ошибки. И самая главная ошибка — это ожидание быстрых результатов. Что, собственно, у меня и случилось. И симуляционные экзамены, которые ты сдаешь до того, как ты пойдешь реально в тестовый центр, многие, кто готовится, думаю, про это знают. Есть специальные электронные системы, где ты сдаешь этот экзамен, но не в тестовом центре, а дома, но это все то же самое. 9 часов ты сидишь за компьютером, и время идет. Так этот экзамен был мной провален. И в результате запланированный результат нам кажется недостижимым. Усилия обесцениваются, и это тот самый первый момент, когда человек может бросить свою цель. Как же избежать ошибок? Первое — осознать, что путь предстоит трудный и длинный. И обязательно составить грамотный план и вводить нагрузку постепенно, с достаточным временем для восстановления своего ресурса. Ценить каждый маленький пройденный шаг, что людям обычно трудно дается, потому что ценим мы обычно уже достигнутую цель. Ставить галочки возле каждой сделанной маленькой задачи. Я составляла план на каждый день, обязательно ставила галочки, которые позволяют нам понять тот процесс, который мы проходим здесь и сейчас. Вести дневник со всеми достижениями, тот случай, когда пора достать тот запылившийся дневник благодарности, подаренный вам на день рождения или на Новый год, и, наконец, начать его вести, писать себе благодарности утром или вечером. Запастись терпением, радоваться каждому маленькому пройденному шагу и, конечно, кайфовать от процесса. Но самое главное — в этот период, это просто продолжать делать. И если вам удалось не отказаться от своей цели, то вы переходите в следующую стадию, поздравляю вас. Это стадия супермотивации. И это еще один радостный период, потому что это период первых ощутимых результатов. И хочется готовиться еще больше, чтобы стало еще лучше. Замечали такой эффект? Когда мы получаем результаты, нам хочется еще больше стараться. При этом первое время прямо пропорционально интенсивность или количество занятий будет расти и ваш результат. И это тот период, когда мы себя чувствуем сверхчеловеком. Вот так выглядит сверхчеловек. Снова мой архив, 2014 год, подготовка ко второму степу. Это красная помада, белый пиджак, очки, учебники, везде с собой, куда бы ни пошел. Но и здесь возможны ошибки. И желая увеличения результатов и боясь потерять уже то, что вы получили сейчас, мы тратим еще больше сил и времени на подготовку. И вот занятиями уже заняты все выходные. И занимаясь такими максимальными усилиями, человек может просто перестать получать улучшение результатов, которым недавно он еще был так рад. При этом занятие уже начинает съедать столько времени, что отодвигает все остальные сферы жизни в сторону. И тут начинает страдать то пресловутое колесо баланса. И вместо вот такой вот картины в единственные выходные мы получаем вот такую картину. Снова отсылка к моему фотоархиву. 2014 год, подготовка ко второму степу. Я думаю, многие себя за такой картиной когда-то наблюдали. И супермотивация таким образом переходит в стадию плата. Когда добавлять занятия уже больше невозможно, нет 25 часа в сутках. Ресурс кончается, и человек разочаровывается, перегорает, и еще один шанс бросить свою цель. Что же делать, и что сделала я? Получив первые результаты в начале супермотивации, помните, что этот период вдохновенного труда конечен. Поэтому обязательно нужно давать себе короткие периоды для отдыха и возвращаться к нагрузкам только после восстановления ресурса. Также заполнять свое время на другие занятия, потому что мозг и тело должны обязательно переключаться, что, в принципе, я и сделала. И поездки для сдачи и подготовки к экзаменам я использовала также для изучения новых мест, другой истории, другой культуры. И даже собирая этот фотоархив, было очень приятно вспомнить прогулки по Центральному парку, посещение Метрополитен-оперы, Ниагарских водопадов, поездки на юг Америки. Ну и самое главное, это, конечно, время, проведенное с семьей. Поэтому главная задача — это растянуть период супермотивации. Потому что, сохраняя силу и энергию, на самом деле можно получить ошеломляющие результаты. Что в моем случае закончилось сдачей всех трех степов экзамена USMLE.
И если у вас цель не завершилась на стадии супермотивации, то обычно приходит следующая стадия, называется периодом плата. После периода супермотивации приходит усталость от постоянных волевых усилий, которые, конечно, нужны для постоянных занятий, тренировок, правильного питания, подставьте свое, и всех этих правил и планов. И это как раз случилось с моей второй целью — создание онлайн-образовательной платформы. И анализируя ситуацию, я пыталась понять, а почему не получилось все сделать так, как я себе запланировала. И я поняла, что, во-первых, мной были составлены абсолютно нереалистичные дедлайны. Я не учла, что в новом проекте еще нет выстроенной системы, которую ты знаешь, что в такой большой проект вовлечено очень много других людей, и эта работа не зависит от тебя, ты не можешь иногда на нее повлиять. Это создание логотипа, дизайна сайта, разработка сайта, это запись видеомодулей, монтаж этих уроков и много чего другое. И поэтому возможные ошибки на этой стадии — это то, что, пытаясь улучшить показатели, человек истощает свои моральные силы подготовкой и, конечно, еще и подстегивает страх потерять заработанные результаты. И самый худший вариант развития событий — это отчаяться, бросить все одним махом, почувствовав себя неудачником. И что нужно сделать, и что сделала я? Это, конечно, пересмотреть свои дедлайны. Заниматься не только этой, но и другими задачами, поэтому пока идет монтаж уроков, я сейчас занимаюсь другими своими целями. Осознать, что в большом проекте, где вовлечено множество людей, некоторые вещи не зависят от тебя, и делать то, что находится в твоей зоне ответственности. И если вам это удалось, то вы достигаете цели. А если нет, то вас ждет еще несколько периодов. То, что случилось с моей третьей целью. Мы сейчас посмотрим на примере третьей цели, что происходит. Четвертый период — это период регресса, когда начинают страдать морально-волевые качества, и здесь уже из-за уменьшения прогресса нарастает чувство неудовлетворенности. Мы пытаемся заменить это чувство неудовлетворенности какими-то другими источниками радости. Но если кто-то когда-то сидел на диете, знает, эти источники радости находятся в очередном съеденном миндальном круассане. Или я вчера сходила на тренировку, могу позволить себе шоколадку сегодня. Но после этого приходит чувство вины на самом деле. И бессилие, мы можем махнуть рукой на все и снова отказаться от своей цели. И вот что происходит с людьми, которые на диетах все время сидят. Да, часто бывает снова повторный набор мяса, и мы это по своим пациентам знаем. Поэтому или это следующий период, когда мы принимаем волевое решение заменить сиюминутное удовольствие уже на долгосрочный вклад в будущее, после чего приходит, конечно же, новый виток мотивации. И вот это самые сложные и тяжелые стадии, на которых мы ищем мотивацию извне или внешнюю мотивацию. Внешняя мотивация, она связана с любыми иными причинами. Что-то делать помимо внутреннего интересно и приятно, как это было на первых стадиях. При этом внешние мотиваторы могут быть материальными, социальными и эмоциональными. Что, собственно, я и сделала со своей третьей целью, и я обратилась к внешней мотивации. Где мы ищем внешнюю мотивацию? Это поиск внешних стимулов, поддержка близких, родных, иногда это поиск учителей и наставников. И вот я обратилась к наставнику. Знаете, есть такая специальность — нутрициолог. Или еще сейчас модно говорить health coach. Вот к такому health coach я обратилась, и на самом деле это очень мне сильно помогло. Это играет колоссальную роль в возвращении мотивации, достижения целей. И это такие вот скрины, которые мне нутрициолог мой присылал, разработав специальное питание под меня, под тот период, который я сейчас прохожу, потому что очень много нюансов нужно учитывать. И это не только новые знания, это новая выстроенная дисциплина на самом деле. Это еще разделение ответственности, которое не только ты перед собой несешь, еще перед другим человеком. Как это происходит? Потому что ты каждый день насылаешь фотографии того, что ты съел и выпил своему нутрициологу, и он контролирует процесс. И тут ты уже просто даже не можешь себе позволить что-то лишнего съесть, поэтому вместе вы движетесь к определенной цели. Но это пример, вы можете воспользоваться наставником в любой другой сфере. И мы с вами сейчас прошли через эти периоды вместе со мной, с моими задачами, целями, которые сейчас у меня есть. А теперь давайте еще раз посмотрим на эту цикличную систему и обратимся к вашей большой цели. Я думаю, что многие сейчас себя найдут на стадии мотивации или супермотивации. Отлично, продолжайте действовать. А кому-то нужна внешняя мотивация и даже волевое решение. Неважно, на какой стадии вы сейчас находитесь, важно, чтобы быть последовательным в достижении цели, помнить, зачем ты начинал, и все время сверять ориентиры, напоминать себе, куда я иду и зачем. Осознавать, что ты получишь в итоге. Это всегда, не всегда достижение только цели, это то, что человек еще и меняется в процессе пути. Иметь четкий пошаговый план своих действий, создавать реалистичные дедлайны, соблюдать обязательно баланс работы и отдыха, иногда переключаться на другие задачи, разделять ответственность, если это большой проект и работа в команде. И, конечно, желательно заручиться поддержкой семьи, близких людей, иногда воспользоваться внешней мотивацией и поддержкой извне.
с помощью учителей или наставников. Но самое главное — это получать наслаждение от самого процесса, а не только от результата. И три ключевые мысли, которые я хочу, чтобы вы сегодня забрали, выйдя из этого зала. Что не достигать каких-то целей — это случается со всеми. И с этим можно работать, определив, в каком периоде цикла мотивации вы сейчас находитесь. И зная, какие могут быть ошибки в каждом периоде, как их избежать и что с ними делать, если они случились, можно достигнуть абсолютно любых целей, чего я вам сегодня всем и желаю. Поставить новые цели и обязательно достигнуть своих результатов. Спасибо. Спасибо большое. Наш самый дорогой и очень уважаемый спикер. Я тоже тебе на память. Ух ты. Огромная такая, наш кубок. Красота. Расскажу немножко о Седе. Это человек, который для меня вообще перевернул мир женской хирургии. Благодаря вот ей, моему мотиватору, я верю в женщин-хирургов. Потому что Седа дала этот толчок, в который я очень поверил, я посмотрел. Юрий Геннадьевич, вам огромное спасибо за поддержку. Потому что большой учитель, друг, еще и муж. Так что вообще супер. И я всегда задавал вопрос, сколько девушек-хирургов сидят в президиуме? Мне всегда говорили, всегда 95-100% сидят до тех пор, пока не появилась Седа. И как она украсила президиумы хирургических форумов. Как она блестяще проводила онлайн-трансляции в операционных. И какой классный форум, который Эндофест, который они создают вот сейчас в декабре, потом у нас в сентябре, по-моему, да, вот в следующем году? В сентябре? В этом году. В этом году, в сентябре. Всех тоже туда зову. Организация... Управление волонтерами – это большое будущее. Поэтому, девчонки, кто хочет становиться, идти в хирургию, вот вам пример мотивации, работоспособности и, что немаловажно, веры в будущее медицины. Сет, спасибо, что ты с нами. А можно я буквально два слова, маленькое предисловие. Давайте. К моему сегодняшнему выступлению на этой сцене. Когда Ростислав позвонил мне, чтобы меня пригласить, это был август месяц, мы с моей подругой были где-то за городом в отпуске, и я была уже беременна, и моя подруга, она акушер-гинеколог. Я ей сказала, быстро просчитай мне, какой у меня будет срок. Я еще не рожу в это время, у меня еще не дата родов. Она просчитала, сказала, нет, еще остается там 2 недели до родов. И я тогда сказала Ростиславу, он еще висел на это. Хорошо, я приеду. Вот, дорогие женщины, дорогие девушки, хирурги, будущие, настоящие, всегда верьте в себя, в то, что вы на все способны. Сегодня я приехала с 3-месячным ребенком. Который находится тоже в зале, там немножко спрятан. Да. Поэтому верьте в себя, достигайте своих целей. Спасибо. Седа, а можно? У нас еще есть 3 минутки, вы досрочно закончили. Вы просто за меня зацепили, я тоже сейчас худею, но достаточно успешно. И для меня поделиться контактом. Да, для меня, знаете, какая мотивация была просто пойти на марафон похудения? Я денег заплатил. Это тоже внешняя мотивация. Да. То есть это вот хорошо, чтобы не отступить, нужно заплатить и побольше, а потом как бы вот понимать, что, блин, надо делать. На самом деле, 2 дня назад у меня была презентация про менторство на другом конгрессе, про менторов, и там мне задали очень интересный вопрос. А как вы относитесь к тому, что менторам платят денег? Или сейчас есть такие менторы, которые хотят, чтобы им денег заплатили? Я к этому позитивно отношусь. Потому что когда ты за это заплатил, это то, что вы говорите, заплатил, ты это гораздо больше ценишь. Ну, в качестве примера моего с нутрициологом, дело не в деньгах было, а в том, что ты действительно приобретаешь какие-то новые знания, о которых ты не знал. Я вообще думала, что я все знаю про правильное питание, оказалось, это не так. И всегда нужно расширять свои знания, и это помогает в том числе двигаться вперед. Ну да, понимание, как это работает, принципы помогают, собственно говоря, и мотивирует, кстати, да, вот, ну, когда ты понимаешь, как это работает, ты больше уверенность получаешь, что это поможет, и, естественно, мотивацию получаешь. Спасибо большое, Седа Джантуханова, ваши аплодисменты.